Увеличить государственный лесной фонд Павлодарской области на 20 тысяч гектаров. Такую задачу поставили перед лесоводами региона. Прошлой весной они высадили почти в 3 раза больше молодых деревьев. Из 26 миллионов саженцев большая часть хорошо принялась. В этом году 2-летними саженцами в Павлодарской области засеют более 3200 гектаров земли. 85% объема уже выполнено. Мы находимся на территории Павлодарского лесничества. 14-й квартал, выдел 5-й, 6-й. Значит, на данной территории в 2018 году была осуществлена посадка сосны 2-летней на площади 9,5 гектаров. На сегодняшний день схожесть составила 71%, очень хорошая схожесть. Сосну, значит, привезли с территории ГЛП Ерцурмана. Сейчас лесоводы проводят инвентаризацию весенней кампании. В октябре займутся осенней посадкой. Приживаемость лесных культур будет определена по итогам осенней инвентаризации. До 25 сентября лесные учреждения должны провести инвентаризацию и представить материалы в инспекцию. После этого, после выведения процента приживаемости, можно говорить об эффективности проведенных лесокультурных мероприятий. В природном резервате Эрты-Сурманы планируют охватить посадкой больше 400 гектаров. С посадочным материалом на питомниках резервата проблем нет, говорят специалисты. Чего не скажешь о других лесных хозяйствах, где лесники устраивают временные питомники почти из подручного материала. Учитывая, что объемы воспроизводства лесов у нас из года в год увеличиваются в разы, есть, конечно, и проблемные вопросы. Это в первую очередь недостаточно материально-техническая оснащенность наших лесных учреждений, это нехватка лесопосадочных машин, нехватка тракторов. И также в связи с отсутствием постоянного лесного питомника дефицит, собственно, посадочного материала. Тот посадочный материал, который выращивается лесными учреждениями на временных питомниках, он недостаточен. За последние 5 лет объемы лесовосстановительных работ на территории Павлодарской области выросли в 5 раз. Вроде бы и хорошо, но с таким темпом скоро возникнет острый дефицит посадочного материала. По подсчетам специалистов, в следующем году его потребность превысит 6 миллионов штук саженцев. Ербулабишев, Самат Оспанов, Марат Игликов из Павлодарской области, Хабар 24.